Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Алёнушки. Тема сегодняшнего видео – размножаю хризантему черенкованием в доме. У меня хризантема, маточные кустики, выкопанные и посаженные в горшки, находятся сейчас в квартирных условиях. 20 горшков разного сорта. Надземная часть, которая цвела, вся срезана была и оставлены пеньки. 5, 7, 8, там где-то примерно сантиметров. Некоторые горшки дали вот такую хорошую поросль. Это уже поросль из грунта. Есть поросль на побегах. То есть мы срезали, оставили пенек. И на центральном побеге, на пеньке, начинает появляться поросль. А есть только-только видны маленькие череночки, совсем маленькие, которые для укоренения еще не пойдут. То есть горшки все находятся на разном этапе развития вот такой поросли. Но та поросль, которая очень хорошо выросла, как вот, допустим, на примере этих двух горшков, сегодня я ее буду черенковать. Для чего у меня раннее черенкование хризантемы? Для того, чтобы повторно с нее брать черенки и тем самым размножить. То есть я возьму черенки, укореню их, потом они укоренятся, дадут свое развитие, и уже повторно я с них же буду брать черенков, а вот эти маточные кусты, горшки сами пойдут на выброс. Тем самым я освобожу место, которое у меня на окошках занято. То есть горшки все же занимают много места. И мне чем скорее пойдет такая поросль, чем я ее быстрее укореню, тем у меня больше сохранится место. И тем самым я потом в дальнейшем размножу больше растений. Итак, вот такой у меня на столе арсенал для укоренения черенков. Что у меня здесь есть? Лоточки, в которых я буду укоренять. Вот такая баночка с корневином. Стимуляторы роста, ножницы, маркер, вот такая удобный ножичек, леечка с водой, перчатки и контейнер, в котором далее будут вот эти лоточки с черенками. Черенкование один из наиболее эффективных способов разведения хризантем. У меня и корейские сорта, и шаровидные мультифлоры. Сортовые признаки сохраняются в 100% случаях, поэтому их можно без опаски укоренять, и сорт сохранится обязательно. Черенки я укореняю в домашних условиях, повторяюсь, и они будут находиться на окошке под подсветкой. Сохраняю и укореняю хризантемы я двумя способами. Один способ вы уже знаете, несколько видео было на моем канале, кто подписан. То есть я укореняла черенки сразу с открытого грунта. Второй способ, как будет сегодня у нас сохранение маточного куста в горшках, и потом с него я беру черенки. И третий способ уже сохранение, размножение в открытом грунте. Но сегодня мы будем разговаривать о втором способе. То есть маточники выкопаны, высажены в горшки с открытого грунта и находились в пристройке какое-то время, начались заморозки ночные, и я занесла в дом. Вот такая поросль. С одного горшка можно взять от 10 до 30 и 40 вот таких череночков. Это очень замечательно. Самый лучший способ размножения черенков. Что мы делаем? Срезаем черенок. Но прежде чем срезать, я хочу сказать, что контейнеры у меня обычные, с обязательным с дренажными отверстиями. То есть уголочки срезаны. И здесь это вот можно видеть. То есть обязательно делаем дренажное отверстие в любых емкостях. У меня пищевая емкость. Пронумерованы, подписаны сорта такие же, как на горшке. Здесь 19, здесь, допустим, 19. И точно так же на этом горшке здесь 20 и здесь 20. На контейнере, где будут укореняться под крышечкой черенки, точно так же, чтобы я не попутала 19 и 20. Это на всякий случай, как говорится. Грунт для укоренения у меня купленный в цветочном магазине «Живая земля» с добавлением, я уже сама добавила туда вермикулит. Можно добавить перлит для того, чтобы грунт был воздухопроницаемым и влагопроницаемым. Для укоренения обязательно нужен хороший грунт. Большой плюс укоренения черенков – это хороший грунт. Поэтому он должен быть очень-очень легким. Поэтому я добавляла сюда сегодня
вермикулит. Можно добавить прилет по вашему усмотрению. Итак, сейчас я расположу камеру поудобнее и начну показывать вам свой метод черенкования. Итак, одеваю свои перчаточки для того, чтобы укоренять. И будем срезать череночки. Главное, чтобы не переросли. Такой брать черенок, он должен быть мягким, не одервеневшим. Если черенок перерастет, и одервеневший черенок, он очень плохо укореняется. Поэтому берем череночки молодые, более мягкие. Тогда они с легкостью будут укореняться. Черенков здесь очень много. Посмотрите, сколько поросли. Ножнички. Срезаем черенок. Смотрите, какой красавец. Обрываю я или обрезаем вот так нижние листочки. Можно оборвать просто руками. Вот. Вот черенок пойдет для укоренения. Опускаю в корневин. Корневин пересыпала в баночку, мне так удобнее. Опудриваем. Немножко стряхнули. И вставляем грунт. Вставили грунт. И вот так между берем черенок и обязательно приминаем у основания стебля. Немного примяли у основания. И так продолжаем в дальнейшем укоренять все оставшиеся череночки. Итак, вот в таком контейнере в один ряд, если укоренять, помещается 4 черенка. Очень легко укоренять. Срезаем черенок, обрываем нижние листья, опускаем в корневин, приминаем у основания черенок, когда грунт опускаем, и таким образом заполняем весь контейнер. И сейчас я заполню контейнер и покажу вам, сколько черенков помещается вот такой в пищевой контейнер у меня. Итак, друзья, два лоточка я заполнила со своими черенками. Вот такая красота у меня получилась. В каждом лоточке 24 штуки. Вот. Здесь 24, здесь 24, 48 черенков я сегодня укоренила, но два сорта. Чем нам пролить? Потому что большое значение имеет при укоренении полив. Проливать его сегодня буду два стимулятора роста, которые буду смешивать вместе для того, чтобы хорошо наше растение пошло в рост. Чтобы хорошо стала корневая система. То есть нам надо простимулировать их. Берем на 1 литр воды леечку, одну капсулу энерген и другой препарат будет, капсулу высыпаем в лейку на 1 литр воды берем HB101 на литр, HB101 на литр 4 капли, тоже стимулятор роста. 1, 2, 3, 4. Смешиваем. Очень хороший раствор. Им очень хорошо применять, его применять при посевах разных культур. Эустому я обычно тоже вот проливаю. И петунию хорошо. То есть можно, в принципе, если нет HB101, можно одним стимулятором роста энерген или любым. Их много, которые продаются в цветочных магазинах. Так, хорошо размешали нашу смесь. И теперь слегка, не сильно проливаем наши череночки. Один лоточек пролили. Он отправляется у нас вот такой контейнер. Сейчас я вам покажу. То есть он как раз поместится на одну сторону контейнера. 19 номер на контейнере, 19 номер на лоточке. Точно так же проливаем второй лоточек. Все, пролили, отправляем его в контейнер. Леечку можно убрать. Посмотрите, как очень удобно в контейнере выращивать
наши черенки укоренять растения. Можно и стаканчики ставить сюда, и торфяные таблетки, контейнеры. Такие я приобрела в фикс-прайсе. И вот такая крышка идет. Так как нам надо создать обязательно парниковый эффект. Укореняться будут у нас они где-то примерно от 2 до 3 недель. Обязательно досвечивание. И плюс температура укоренения где-то 15-17 градусов Цельсия. Процедуру черенкования можно проводить на протяжении всего сезона вегетации, но главное учесть температуру. Так как при более высокой температуре черенки укореняются быстрее, но чаще бывает так, что они потом просто-напросто загнивают. Поэтому не сильно такая жаркая температура, где-то 15-17 градусов, им вполне достаточно. И потом, конечно, вот на изначальном этапе и в дальнейшем обязательно досвечивание, чтобы наши растения не вытягивались. Так как у нас световой день еще короткий, конечно, в марте черенкование самое оно, если нет подсветки. Но так как у меня очень много горшков, и надо все же освобождать постепенно место, конечно, поэтому я начинаю черенковать и в дальнейшем для того, чтобы размножить черенку, брать еще черенки. Укореняйте вместе со мной, придерживайтесь всех правил, и все у вас получится. Вот в таком, друзья, небольшом видео показала вам, как я укореняю свои черенки хризантемы, раннее черенкование. Для чего я это делаю, я вам все рассказала. Думаю, все понятно и доступно. Понравилось видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам желаю здоровья, удачи, всего самого хорошего и до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.